Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор 11-го каталога Faberlic. Расскажу вам о новинках и обещала вам сделать обзор для новичка. То есть на что стоит обратить свое внимание в компании Faberlic. Итак, поехали. Водички, кто смотрел обзор заказа, вы уже видели мой отзыв, она мне безумно понравилась, цена вопроса вообще на самом деле смешная, и новичкам советую, и старичкам советую, можно взять пробник, он слегка вот отличается насыщенностью и шлейфом, нежели полноразмерка, но не то, что отличается, способ нанесения тут вот играет важную роль, мне безумно понравилось, я практически каждый день пользуюсь этой водой, поэтому могу смело рекомендовать, она классная, она нежная, она искристая, и мне безумно нравится ее шлейф, который вот остается на одежде, который окутывает потом классно. Не скажу, что она супер стойкая, несколько часов, часа 3-4, потом, если принюхиваясь на одежде, тоже она остается, но уже такого вот шлейфа нет. Так, поехали дальше. На что еще обратить свое внимание новичку, допустим, на парфюмерию? Начнем с нее, да? На товар вам можно обратить внимание. Дона Феличи для любителей цитрусовых. Конечно, на восточную серию, но она абсолютно не стойкая, абсолютно зелененький аромат, очень похож на императрицу Дольче Габбана. У нас будут с вами купоны, не забывайте. Бумажные купоны абсолютно никакой ценности, девчонки, не имеют. Они у нас будут в личном кабинете, и там же вы увидите, где и как их и на что потратить. Будет полный балл, я уже об этом говорила, это классно. Поэтому по купонам в плане баллов будет брать очень выгодно. Новичкам советую присмотреться к вот этим маскам. Мне безумно нравится именно кафе латте. С утра классно сгоняет отеки, использую ее на 2 раза мне хватает пачки. Мескини, вот мне сейчас летом тяжеловато, не очень нравится. Базовый такой уход это Weekend, который дарит коже ровный тон, красивый тон. Тоже рекомендую очень присмотреться. Bio Glow больше немножко такой для возрастной кожи. Здесь витамин С, который отвечает за омоложение. Тоже классная линейка, но может быть тяжеловато. Опять все зависит от вашей кожи. Пройдемся по помадкам. Что рекомендую новичкам? Что не рекомендую, девчонки, я уже не буду называть, а то у нас с вами получится очень длинный обзор. И по тушам тоже давайте пройдемся. Самая моя любимая это First Class в коричневом оттенке. Обожаю ее, с ней можно сделать эффект драмы. Неплохая тушь Long Strong, но у меня она отпечатывается, а так очень неплохая. У нас что-то все вперемешку. Начали с помад, закончили бьюти-кафе. Бюджетная линейка, которая не сушит, можно присмотреться, если вы любите гурманские ароматы в уходе. Обязательно новичкам советую присмотреться к линейке Love. Вот этот крем можно начать с него в круглой баночке, который подходит абсолютно для всего. Ручки, ножки, лицо. Прекрасный состав, безумно крутой. Мы прям на зиму, вот детям, даже крестюшки, хотя он 4+, крестюшки вот с года я мазала, вообще прекрасно, просто прекрасно питает. Уход за волосами базовый, не скажу, что тут что-то великолепное, но нормальный. Обязательно рекомендую присмотреться к линейке Global Oxygen вообще ко всей. Кислородный бальзам от укусов. Если что-то вот чешется, трава там какая-то, еще что-то, снимает, действительно снимает вот это вот раздражение. И после депиляции тоже мне безумно нравится. Под маски тоже хорошо работает. Классная вещь. Здесь весь уход потрясающий. Весь уход потрясающий. Он мне нравится абсолютно весь. Могу смело рекомендовать. И пенка волшебная, и кремы, все суперское. Совсем базовая линейка – это Axiology. Здесь смотрим по потребностям кожи и выбираем то, что вам нравится. Я, когда пришла только в компанию Faberlic, начала с крема «Кислородное сияние». У меня тогда были шелушинки, которые подчеркивал любой тональный крем. А с помощью хорошего очищения вот этого крема я эти все шелушинки убрала. Но это прям для сухой кожи или на зимний период времени. На лето для жирной кожи «Кислородный баланс». А дневной крем, он действительно матирует, он очень классный. Это базовая линейка, которая вам чудес тоже не сделает, там морщинки не уберет, но тем не менее, это достойный, очень достойный уход. Из этой линейки безумно мне нравится гамаш. Где гамаш? Вот он, очищающий гамаш. На него сейчас пока нет скидочки. Он очень крутой. Я прям на повседневке с утра люблю очень им умываться. После него кожа как будто дышит. А с тониками и мицелляркой из этой серии не подружилась, мне щиплет. Океанум очень схожа с линейкой Weekend. Классная линейка.
На самом деле эффект тоже есть. Очень здоровская. Особенно люблю мист. Это прям самый легкий базовый тоник. Его можно использовать и для тела, и для волос, и для лица. Вообще штука классная. У линейки еще суперская отдушка. One Week Miracle — это тяжелая артиллерия, которая заявлена как результат за неделю. Да, могу сказать, что результат действительно есть. Кожа быстро насыщается этой линейкой, поэтому я вообще советую кремы всегда чередовать. Здесь есть кофеин, здесь есть коллаген, то есть для возрастной кожи, если есть какие-то проблемы, очень классная линейка. И больше всего Faberlic Patch мне нравится именно в этой линейке. Я вижу действительно эффект. Dream Therapy линейка тоже классная. Здесь это всего тоже вижу результат. У меня дочь обожает расслабляющие мисты, она уже без них просто не может. Я брала всю серию, все действительно работает, но здесь ярко выраженная отдушка лаванды, она действительно очень яркая, кто не любит, не туда. Базовая линейка по смешным ценам Омега Хит, но которая работает. И моя любимая — это куркума. Вот тут я вижу результат, девчонки. У меня так изменилось декольте от ночного крема. Дневной мне не подошел, он мне тяжеловат, потому что здесь есть SPF, стоит без дела. И сыворотка классная, и в комплекте с ночным кремом результат действительно есть. Кожа как персик, кожа как бархат, как будто она вот даже слегка заблюренная. Очень рекомендую присмотреться, кому нужен блюр эффект, к крему, да, крем. Сыворотку как-то не очень хвалят, у меня так руки до нее и не дошли. А вот крем, он действительно блюрит, он круто матирует, и кожа как будто как бархат. Вот по тактильным ощущениям и визуально выравнивается тон, все разглаживается. Вообще, прикольный крем, кстати, вот кто не пробовал, прям рекомендую. Гиалуронка сейчас может быть всем тяжеловато, потому что гиалуронка, она сама по себе может вызывать высыпание, а тем более в жару, поэтому я рекомендую на позднюю осень вот эту линеечку, она тоже очень рабочая, очень. Так же, как сейчас все буду нахваливать, но я потому что рассказываю про то, на что стоит обратить внимание. То, что мне не нравится, не рассказываю. Если хотите, следующий каталог буду рассказывать, что не нравится. Пенка крутая, масло классное, распробовала потом. Но каждый день пользоваться не рекомендую. Раз в 3 дня, чтобы как следует почиститься, гидрофильное масло. Раз в 3 дня этого достаточно. Иначе тоже могут быть высыпания. Тоник классный. Скатка вообще обожаю, девчонки. 499 минус 45, нормальная будет на нее скидка, ее хватает надолго, здесь большой объем. Это действительно крутая вещь для очищения кожи, работает действительно до скрипа. Не до скрипа написано, нет, до скрипа. Так, что еще у нас? Гиалуроновый гель алоэ вера из линейки Асиул тоже великолепный, для жирной кожи подойдет, но с ним очень легко переборщить, и вы получите липкость. Его нужно прям совсем граммульку, и кожа вам будет благодарна, потому что и в жару коже нужна влага обязательно. И вот с этим гелем она ее получает. Green Karma натуральная линейка, не очень. Так, у кого еще жирная, проблемная кожа, присмотритесь к линейке InfoW, тоже все работает, все круто очищает, маска очищающая, можно использовать как умывалку, мини-патчи, вот прям супер, у кого есть высыпания, прыщики и так далее. Кислоты оставим на осень, потому что хоть они и щадящие, но тем не менее, если вы склонны к высыпанию, к пигментации, она может появиться. Вся линейка, вот эта с розовыми полосочками, эксперт, тоже рабочая, брала абсолютно все. Безумно крутой крем с ретинолом, шприцы тоже рабочие, у них накопительный эффект. И эффект, пользуюсь, работает, не пользуюсь, не работает. То есть, пользуйтесь шприцом, у вас морщина заполняется, вечером вы средства с лица смываете, морщина на месте. Но если пользоваться долго и регулярно, то есть накопительный эффект действительно. Советую на роллинг-гель тоже обратить. Он по типу скатки Асиул, хорошо вычищает поры. Эти сыворотки тоже рабочие. Нужно пользоваться каждый день на ночь. И прям увидите результат, что ресницы будут расти там, даже где расти не должны. Гардерика. Классные кремы тоже есть эффект. Возрастная косметика, так же как и Реноваж. Из кремов для рук прям очень рекомендую формулу омоложения и жидкая перчатка. Это два самых лучших крема для рук Faberlic. Самая лучшая мицеллярка в серии Вербена. Не щиплет глазки абсолютно. Ботаника легкий базовый уход. На нем останавливаться не буду. Вот погнали по декоративке.
К чему присмотреться, к чему присмотреться, что взять жидкую матовую помаду, скидка будет хорошая, прям вот обязательно рекомендую. У меня на губах вы всегда видите красный цвет, которого в каталоге нет, может быть, есть на сайте, потому что он был в распродаже. Классический красный, бархатный финиш, очень похож на жидкую матовую Vivienne Sabo. Средняя стойкость, бархатный финиш, сходит с губ красиво. Очень классная помада. Гидролипс, у кого все время сохнут губы, насыщенная пигментация, прям вот насыщенная, действительно увлажняющая, и вот на модели правильно показан финиш. Обожаю Soft Nude. Это для тех, кто любит матовый бархатный финиш. Прям вот обожаю. Кибальм хороша на зиму. А, несмотря на то, что это помада бальзам, у нее насыщенная пигментация. Я бы не назвала ее бальзамом отнюдь. Тени, каким присмотреться? Запеченные, если любите блестящий финиш, смотрите, выбирайте, какой оттенок нравится, они великолепны. Из туши еще рекомендую. Очень многие любят, и я в свое время долго ее брала. А моделирующая тушь главная роль, да, она. А Miss Curl, вообще великолепная тушь, в коричневом оттенке у нас и в синем, сейчас почему-то в каталоге она еще есть в черном, в коричневом оттенке, естественно, реснички подкрученные, разделенные, никаких комочков, все супер. Это вот любимые мои туши. А люблю стойкую подводку маркер, но вы знаете, некоторые оттенки почему-то не стойкие. Вот не знаю почему. Синий у меня, по-моему, пришел не стойкий. Так, по теням еще. Так, по тону, вы прекрасно знаете, я всегда говорю, что самый мой любимый тон, который вне конкуренции просто. И я всем рекомендую попробовать, это кушон. Что кушон Baby Face, что кушон ICUL. Это самый лучший тон, который я пробовала когда-либо в жизни. Я наношу спонжиком от другого кушона, можно и вот этой пуховочкой, все идеально, все просто идеально, он целый день на лице, подбирайте только оттенок, потом можно сменные блоки покупать, они гораздо дешевле выходят, и вставляйте все. Кто не пробовал, вот прям рекомендую, это нереально крутой тон с матовым финишем, который подстраивается под кожу, ну супер. Вот эти палеточки тоже обожаю. Смотрите, вот это очень удобное, но здесь я всегда пользуюсь тремя оттенками, остальные мне не нужны, потому что тут есть еще и пудра, поэтому ее последнее время не беру, хотя она у меня тоже лежит. А вот из этих двух палеток для скульптурирования советую цвет вот этот верхний, золотое сияние, потому что розовое сияние, мне кажется, он как-то старит. Здесь румяна такие, видите, цвет какой-то с фиолетовым подтоном, ну вообще нехти. А вот это огонь, и на веки можно, и как хайлайтер, и как тени, и как что угодно, и как тени вот этот оттенок для скульптора, для скульптурирования использую, смотрится просто великолепно. Пудрами, девчонки, не пользуюсь, пудры не посоветую, советую присмотреться к линейке To The Best новичкам. Праймер для губ у нас опять исчез. Опять, нет, вот он есть, праймер для губ. Девчонки, губы сразу заблюренные, ровненькие. Все морщинки разглаживаются, супер. Вот рабочая лошадка. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут в маникюре. Карандашики неплохие, но мне старые нравятся больше. Советую попробовать гель для удаления кутикулы. Он великолепный. Оставляем на кутикуле, потом просто палочкой, ремувером убираем, и все. И огонь, и отличненько. И не надо никаких аппаратных чисток и так далее. Прям нравится. Так, давайте дальше. У нас все вперемешку что-то в этом каталоге, я так не люблю. По ароматам еще Beauty Cafe достойный. Читайте описание, если ваше, смело берите. Oferic Sensuelle для любителей ванильки, прям вот классная штука. Так, дальше поехали. Юдашкин мужской очень достойный, Юдашкин Рос понравился, желтый не пробовала, Викинг тоже достойные ароматы, можно в малышках брать, вообще цена выходит смешная, а мужские практически все классные, вот как бы, что нравится, то и берите. Вот эта серия мужская потрясающая, на подарочки, и цена очень смешная, пахнет бомбически и работает. Так, по краскам мне больше всего нравится, так и уход за волосами, салон Kia, может понравиться линейка Умный Кератин, правда, у нее отдушка не очень, с розовой вот этой полосочкой, я долгое время пользовалась, потом почему-то у меня волосы начали от этой серии пушиться, отошла от нее. По краскам обожаю Expert Color, но она может поджечь, но она самая стойкая из всех вообще, которые я когда-либо пробовала. Краска классная, если вы любите там пепельные светлые оттенки, то присмотритесь обязательно. По уходу за волосами Blonde Icon обожаю просто. И бальзамы, маска и шампунь. Маской можно тонироваться. Вообще великолепная продукция, после которой волосы гладенькие и вообще огонь.
Так, дезики слабоватые, слабоватые. Гели для душа, в принципе, тоже все любые. А детская линейка тоже потрясающая, все супер. У меня Крис любит пасту с бананом, она абсолютно без мяты. Если у вас есть детки, тоже обязательно присмотритесь. Линейка Ума гипоаллергенная, тоже потрясающая. Подгузники нам не подошли, протекают. К вот этой серии тоже очень рекомендую присмотреться. Обалденная, деликатная отдушечка. С красным крестиком работает все. Перхоть ли у вас, волосы ли выпадают, курсом только надо делать. Вот эта серия вообще рабочая, космецевтика. Обязательно новичкам советую попробовать тонизирующий крем для ног Винотоник. Он суперский, он действительно снимает усталость, охлаждает. Размягчающий крем-компресс, чтобы потом пройтись пемзой и удалить все натоптыши. И бальзам гладкие пяточки, как средство на ночь, на ножки, на ручки, вообще конфетка. Там 30% глицерина, все будет гладенько. Интимки потрясающие, тоже очень рекомендую. Пасты мне не подошли, Фаберлик вызывают чувствительность. Аптечка тоже потрясающая. Ну, по БАДам я не вижу смысла тут долго разглагольствовать. Это каждый должен для себя решать сам или советоваться с врачом и так далее. Новичкам обязательно советую попробовать прокладки Фаберлик. Вы другие просто покупать перестанете. Хотя тут, конечно, все индивидуально, но тем не менее я другие не хочу даже пробовать. У нас выйдет посуда, девчонки. Она была недоступна к заказу ВИПом. Посмотрю, может быть, возьму. А может быть и нет. Обязательно новичкам советую присмотреться к ножам. Они тоже великолепные. Просто великолепные. У меня практически весь комплект. Особенно обожаю большой Сантоку. Он супер. Так, из серии Дом. Что рекомендую? Пластины рекомендую. Отстирует хорошо. Прям вот классно, классно, классно. Очень хорошечно. Страницы не хотят перелистываться. Так. Порошок рекомендую обязательно. Горная свежесть, альпийские луга. Супер отстирывает. Все классно, все супер. Кондиционеры тоже все великолепные. Выбираем свой, который нравится больше по аромату. Самым мягким делает белье вот этот Sensitive. Самая крутая душка у органы желтенького. Едем дальше. Так, полотенчики тоже очень достойные бывают, цены смешные. Средства для мытья посуды также выбираем любое. Обязательно рекомендую попробовать, особенно сода-эффект, вот этот зелененький. До скрипа пенится хорошо, хватает на очень долго. Обязательно попробуйте средства для чистки духовок и плит, и можно очистить очень много чего, в том числе посуду и духовки и плита, и подоконники пластиковые сделать белоснежными. Обязательно. Так, а мыло для кухни действительно устраняет запахи. Советую с ним познакомиться, попробовать. Потрясающее средство, универсальное с ароматом цветущей липы. Обожаю с ним мыть полы, прям тоже рекомендую. Освежители все классные, выбираем по своему вкусу. Обязательно попробуйте средство для очищения ванной комнаты. Оно крутое, оно справляется с самыми сложными загрязнениями. Единственное, держим не больше 5 минут, иначе у вас повредится покрытие, особенно если ванна алюминиевая. Как Рилу, кстати, более щадящая. Но для туалета берем любой гель, они все круто работают. Я для туалета использую средства для ванной комнаты. Смотрите, девчонки, галопом по Европам. Галопом по Европам. Тут у нас акции, я их пролистаю, потому что тут, в принципе, говорить особенно не о чем. Морожку для волос рекомендую прям новичкам тоже попробовать. Бюджетно и очень круто работает. Серия прям вообще на 5 с плюсом. Я бы вот ее в 2 раза дороже даже брала, честно. Ботаника, базовый гель для душа тоже, если нравится аромат, пожалуйста. Вот эти пасты, кстати, сейчас пользуюсь. У меня они не повышают чувствительность, поэтому рекомендую. Так, и дальше медовый шампунь, девчонки, на него подробный пост писала в Дзене. Проходите, пожалуйста, читайте, смотрите, знакомьтесь. Будет классный подарок для новичка. У нас серия для дома, да, которая еще и антибактериальная, концентрированное средство для мытья посуды и средство универсальное для уборки и мыло для кухни, которое обеззараживает еще к тому же. Классный подарок, поэтому кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео, проходите, буду вам помогать. Вот такой обзор у нас сегодня с вами получился. Всех люблю, целую, всем пока-пока.